Всем привет! Очередная попытка. 29 июля. Очередная попытка. Сегодня пятница. Народу должно быть немного. Надеюсь, сегодня будет получше, чем неделю назад. Посмотрим. Погода дождик идет. Очень все замечательно. Грибной день. Посмотрим, что из этого получится. Ну вот, попался первый. После такого объема критики, конечно же, я сейчас аккуратно выкручу, почищу и понесу домой только очищенный. Никоим образом по-другому. Никоим образом. Сейчас мы его очистим, только таким возьмем в корзиночку. О, смотрите, какой гриб нашел. Второй. Никогда бы не подумал, что вот это можно есть. Сейчас название не помню, вам потом скажу. Но я бы, если честно, даже в руки бы не стал это брать. Это непонятно, все ли это синего цвета. А оказывается, это только съедобное. Потом скажу вам, как она называется, не помню еще. Красавелла, сейчас влетаю. Мы ходим по лесу уже полтора часа. Если честно, более грибов не наблюдаем. Белых всего три штуки. Подосиновик один, в основном солонина. То есть либо слой прошел за неделю так быстро, либо народ все собрал. Ну вот. Но результат, что больше мышевики, но больше чести это солонина. Поэтому будем, значит, переключаться на солонину. И, соответственно, солить грибочки будем. Первый засол делать. Не знаю, может кто-то скажет, что да, да грибов тьма, там все что-то набрать, ничего не можешь. Не знаю, где-то может и есть. Я еще в мае снимал ролик, что у меня вообще в лесу кроме поганок нет ничего. А знаю, что вон ребята таскали корзинками уже под березовики и под осиновики. А у меня пусто было в лесу, поэтому ничего удивительного, где-то есть, здесь пока нету. Пойду, значит, ближе к сентябрю. Как бы вот так. Будем тогда солонинку искать. Нет, ты сыроежка, сыроежка, сыроежка. Вот как сыроежек повидал. Какой красавец спрятался от нашего взора. Старый уже, правда, есть. Не все местные грибники собрали. Все-таки мне немножко оставили. Ну что ж, итог вот такой. Почти половина корзинки. В прошлые выходные было гораздо веселее.
Ну, ничего страшного, все нагадь. Что, сегодня 31 воскресенье. Решил еще раз сходить за грибами, так как сванинки мало набрал в пятницу. Ну вот, чисто за сванинки ходил. Так вот, пол корзиночки есть. Так что здесь солить будет тоже. Всем грибочкам добавим, и будет милое дело. Вот так вот, всем удачи.